25 октября. Наша фабрика бывшая. Приехал сейчас с Вудстока, с деревни. Ездил к дантисту, все хорошо. А завтра опять поеду на чистку. Сегодня не хватило время. А завтра у нее как раз это свободное время. Кто-то отказался там или что. Но я думаю, надо на завтра, а то следующий только там в декабре или когда будет. Неизвестно, когда с детишками вон играют. Снимают тоже. Так что завтра 9:30 опять придется ехать. Ну что делать? Сегодня она мне почистила так хорошо. Сразу такое ощущение классное. А в декабре пойду опять к дантисту. Ну вот, буду пломбу менять. У меня одна железная пломба, которую мне старый дантист, поставил. Уже лет 10 назад. И я все эти 10 лет ее ненавижу, эту пломбу. Она какая-то чувствительная. И железом, мне кажется, как-то отдает. На ней холодное, ничего нельзя есть на той стороне. Хочу поменять на нормальную белую. А вот. И тогда у меня опять будут все белые пломбы. В Алмате у нас даже вообще не ставят уже давным-давно эти железные. А тот был раньше мой дантист дед. Старые закваски. И он мне даже, по-моему, без спроса ее втюрил. Я уже как факт узнал. Он такой, знаешь, неразговорчивый был. Пиздопротивный называется. И вот эта железная пломба у меня в коренном зубе. Там ужасно, ужасно. Ну, что-то не нравится она мне. Постоянно такая чувствительная. Вот. Я бы никогда бы сам бы не выбрал вот такую железную старую. Хотя он как сказал мне, ой, роса какая кругом. Сегодня утром туман был, а сейчас вот выпил, в виде росы выпил. Как высыпал. Наверное, это... Если бы было минус, был бы иней все покрыто, бы хрустело. Вот. Так вот, этот дед, дантист мой бывший, он сказал, что, ну, это наиболее лучшее, как бы наиболее прочное, дольше всего держится. Ну, фиг его знает. А этот мне сегодня сказал, что, ну, если хотите, можно поменять. Ну, я думаю, надо, наверное, поменять. Сейчас же вот эти все там акриловые какие-то, знаете, это... ультрафиолетом их делают как-то, они такие как камень. Ой, так свежо, хорошо на улице, даже домой не хочется идти. Каштаны еще зеленые.